Здравствуйте, коллеги! Сегодня в мастерской я занимаюсь изготовлением резной полки. Полку делаю из ореха манжурского. Рисунок разработан, шаблончик. Полка называется красная, красивая. Хочу показать технику своей резьбы.
Все, резьба элемента закончена, осталась подрезка, подправка, подчистка. Я вам показал, как я вырезаю резной элемент на фронтон полки. Полка называется красная, то есть красивая. Как она выглядит, уже готовая, можете посмотреть. Заходите на сайт «Амурские украсы», заходите в раздел «Новые работы». Заходите на канал, всегда вам рад. Всего хорошего. До следующих встреч.